English in Action – это курс, разработанный для того, чтобы поднять учащихся с мест. Для того, чтобы создать новую среду для учащихся, которая отличается от повседневных занятий. Веселую, интерактивную и динамичную. В этом суть English in Action – внести больше веселья в изучение английского языка. Very good. It's a square. How many corners in a square? Four. Well done. Where are they? Where? One, two. Что ты ожидаешь от этих занятий? Чем ты хочешь научиться? Now, come back. Ну, как произношение правильное. Узнаю много новых слов. Правильно произносить слова, чтобы я научился чистописанию, как правильно произносится, чтобы все получилось. Yeah, what language do they speak in China? Chinese. Yes, Chinese. Я думаю, что мы будем начинать изучать новые там деревья, растения, названия. Yellow. My name is Evelyn. I'm 9 years old. I'm studying interlingua. It's my 5th year. What about English in Action? I like it. Because we play here and speak only in English. I love English. It's cool to know new words, languages. Professor McGonagall! Professor McGonagall! Well, class, I will take the register. Harry Potter! Yes, Professor! Цель – закрепить то, что уже известно. Учащиеся приходят с определенным языковым уровнем. Моя цель – придать им уверенности. В этом моя цель. Now think, what question could be for these? Мне очень нравится то, что мы можем свободно разговаривать с Соней, то, что мы на переменах играем на укулеле и поем все вместе, всей командой. У нас очень дружный класс, и мне это очень нравится. В понедельник я говорю своим ученикам, что через 5 дней вы будете показывать шоу для своих родителей и учителей. Я предлагаю идеи, но по сути шоу строится на их идеях. Если возникают трудности с идеями, я их немного направляю. Но у ребят очень богатое воображение, у них огромное количество идей. Так что силой вытягивать идеи не приходится. Hello. It was a lovely day. Who are you? Don't worry. We are best friends. You? Wow. Nice watch. It's better on my wrist. Yeah, it's looking better. And now, quietly and quickly, put the money in the bag. Yeah. Ученики весело проводят время. Огромная разница между первым и завершающим днем. Они становятся намного увереннее, получают удовольствие от английского. И это самое главное. Они уходят домой с большим желанием продолжать изучать английский язык. Ребята, спасибо еще раз. Для меня было огромной честью быть здесь с вами. Спасибо. Надеюсь, что в следующем году мы увидимся с вами снова. И спасибо еще раз, что пришли.